Данное видео предоставлено сайтом online.gdz.net. Unit 4, секция Homework, домашняя работа, упражнение 14. Complete these sentences with the best adjectives. Закончите предложение наиболее подходящими прилагательными. Example. A good librarian is intelligent and sociable. Хороший библиотекарь, умный и общительный. Как вы видите, мы должны охарактеризовать личностные характеристики людей, выполняющие ту или иную работу. A good engineer is smart and creative. Хороший инженер, умный и творческий. Второе. A modern farmer is hardworking and strong. Современный фермер трудолюбивый и силен. Третье. A nice nurse is polite and tactful. Хорошая медсестра, вежливая, тактична. Четвертое. A real friend is faithful and fair. Настоящий друг верен и честен. Пятое. If you like your pet, you are kind and loving. Если вы любите своего питомца, то вы добрый и любящий. И шестое. An excellent police officer is brave and strong. Отличный полицейский, храбрый и сильный. Мы подобрали вам все прилагательные, которые охарактеризуют необходимые черты характера и личностные характеристики людей, выполняющих ту или иную работу. Упражнение выполнено. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группы в социальных сетях.